Я рад приветствовать всех, кто присоединился к нашему прямому эфиру сегодня, здесь, сейчас. У нас электричество тут немножко отключили в трех провинциях по какой-то причине. Ожидается очередной ураганчик, чтобы не было скучно нам здесь тоже. А то в Европе не скучно, все заливает водищей. Там и первые этажи тоже. Да и вот и в Таиланде тоже не скучно. Ну, правда, не всем. Тем, кто в низинах, им не скучно. А вот тем, кто повыше живут, мы тоже тут повыше собрались. Нам, конечно, скучновато. По сравнению с ними, скучновато. Но речь сегодня не об этом, а речь у нас идет о запоздалых прогнозах, которые были сделаны еще 2 года назад. Вы, многие из вас, точнее, помнят прекрасно 2-летние давности трансляции, которые сейчас начинают приобретать очевидную актуальность в связи с теми событиями, которые, собственно, у нас происходят. И мы с вами можем все это наблюдать своими собственными ушами и глазами. Дальнобойные вооружения, дальнобойные ракеты уже начали применяться по территории вглубь того, что называется Российской Федерацией. Да? В обратную сторону дальнобойные ракеты уже давно применяются. Ну, сейчас и вот в эту сторону тоже. По большому-то счету, задача заключается исключительно в сокращении численности популяции двуногих на планете, потому что, как я уже и ранее говорил, вне зависимости от того, где и какие конфликты происходят, изначально все эти конфликты создаются теми, кто в этих конфликтах не участвует, а предназначены они исключительно для сокращения численности популяции двуногих. Это основное назначение. Некоторые думают, там деньги, там кризис, вот какие-то проблемы с Федеральной резервной системой США, внешний долг, внутренний долг. Все это чушь собачья. Задача только одна. Сокращение численности популяции двуногих. Больше никаких задач нету. И оружие, которое выпускается, выпускается исключительно для того, чтобы двуногие сокращали себя сами. То есть им надо просто дать предпосылки. Из этого получается еще хорошее шоу. За этим шоу наблюдает практически вся вселенная, как двуногие идиоты, собственно, самоуничтожаются. Один вид уничтожает сам себя. Ну, под разными предлогами. То есть это, знаете, как вот гладиаторские бои, где на арене сидят, а у нас вот наша, то, что называется реальность человеческая, вот это вот место, планета как бы Земля, да? Вот это прям телепередача настоящая. Дом какой-то там, 5 или дом 6, только в масштабах целого человечества. Поэтому, дорогие друзья, бомбардировки уже начались, они будут продолжаться, и 2-летней давности трансляции о том, что всех построят дружно и отправят, так сказать, в пеший марш, может быть, кого-то на автобусах, а потом и в пеший марш, и из больших городов, очевидно совершенно тоже, потому что большие города, они как раз и предназначены для того, чтобы в них концентрационные лагеря, где есть у каждого своя собственная тюрьма, которую он обустроил, вот эта камера в тюрьме. Большой город – это большая тюрьма, дома – это бараки. В бараках есть камеры, и людины добровольно запирают себя в этих камерах, и, собственно, там хавчик кушают, вот это что-то готовят там, магазинную еду, спят, закрывают себя на ночь во всем этом от таких же двуногих идиотов, собственно, какая они с вами, да? Вот и вся история. И я таким же был. А что, тут стесняться этого не надо. Я не говорю о том, что там кто-то лучше, кто-то хуже. Необходимо понимать вообще, что происходит.
человечество довели до состояния крайней степени морока, и это настоящая вселенская шоу-программа. То есть, как говорил один мой знакомый, не человек, он говорит, во вселенной много всяких интересных мест, но что касается Земли, то земляне выдумали, что есть какой-то ад, вот по большому счету ад как раз он здесь и есть. Это, говорит, самый лучший из адов, который можно придумать, самый такой зажигательный. Да? Так вот, что любопытно, для многих уже секретом не является относительно того, что ядерные бойни происходили в том, что мы называем существующей реальностью в прошлом. И самое недавнее ядерная бойня, которая случалась, ядерный взрыв, это когда в 812 году, собственно, бомбанули над Москвой и спалили практически всю Москву в ядерном пожарище. Мало кто об этом говорит, но признаки лучевой болезни, выпадение волос, язвы, так сказать, кто в эпицентре оказался, да? Но французская армия, да, она же стояла в Москве, и все дома, и кирпичи, и все вспыхнуло сразу. Но это возможно только либо при супер-гипермощном лазере, да, либо при взрыве атомной бомбы, что, собственно, и происходило, судя по симптомам отступающей французской армии. Но опять-таки, это же и та война, которая случилась тогда, она тоже предназначена была исключительно для сокращения численности популяции двуногих. И сейчас Европу для этого готовят тоже. Ведется активная риторика. Эта риторика, она совершенно очевидна. То есть людинам дают понять: дорогие мои, мы вас предупреждали, что будут ядерные взрывы. Медвежонок же, очевидно, совершенно глазки выпучил свои, как при базедовой болезни, да, и четко и ясно сказал, говорит, у нас, говорит, теперь, говорит, все, говорит, основания есть, говорит, бомбануть туда, ядреную бомбу, говорит, засунуть. И хозяева скажут, и мы сразу это сделаем. Говорит, никаких проблем нет, у нас, говорит, с этим сложностей нету никаких. Тень отца Гамлета, которая не подписывает никакие бумажки, но все делается от имени тени отца Гамлета, с тем еще веселее, да, там язык подвешен нормально, и разговоры всякие разговаривают, ну так, говорит, не впрямую, говорит, но все поняли эзоповым языком. Тоже, говорит, у нас, говорит, да, имеются, говорит, в арсенале все необходимое, говорит, будем действовать по обстановочке. Вот такие, дорогие друзья, дела забавные происходят у нас. Поэтому необходим понимание, очень простые понимания относительно того, что из городов людей будут выселять. Вы не сможете просто оставаться в своих комфортабельных квартирах, когда у вас не будет работать унитаз, не будет подаваться вода, какашечки не будут спускаться по трубам вниз. А те, кто живут внизу, у них вот эти из унитазов какашечки, тех, кто какает сверху, будут вылезать и затапливать все. Не будет электричества, газоснабжения. Ну и что вы дальше делать будете в своих вот этих вот норах бетонных? Зима-то наступила, там буржуйку что ли ставить? В 17-м году ставили буржуйки в Петербурге, да, и не только, наверное, в Петербурге. Буржуйчики и трубу, эту самую, и книжками топим. Ну, там раньше библиотеки были, а сейчас вы что, компьютером же вы не будете топить? Потом вот эти добрые люди, которых уже набрали, специально обученные мерзавцы, которые будут ходить по квартирам и говорить о том, что срочная эвакуация, все на улицу, строимся по трое, дверь оставляем открытой, берем с собой самое необходимое. Для вас уже нары приготовлены в очень комфортабельных лагерях, которые были построены под видом вот этого ковидных, которые, да, вот эти вот чудесные такие заведения приятные.
хорошие, с добрыми. Там же медсестры вас ждут с разными всякими шприцами и бутылочками нужными, чтобы защитить вас от всего, чего можно, и от ядерных взрывов защитить, и от кори, и от коклюша, и от поноса, и от золотухи, и от рака сразу, и от срака, и даже от маточного кровотечения, и даже если вы не женского пола, вас тоже защитят добрые люди. Потому что все универсально теперь. Вот эта жижа, она очень универсальная. Благоразумные те, кто имеют благо в своем уме, это благоразумные существа. Благоразумные существа сейчас очевидным образом подумывают и предпринимают, они уже ранее начали подумывать, и предпринимать все необходимые действия для того, чтобы подготовить себе необходимую площадку подальше от городов и подальше от тех мест, где есть склады разные всякие, со жранинкой, с боеприпасами и так далее. Вот это вот не нужно, чтобы вот это все рядом находилось. Прям вот, ну, совсем ни разу не нужно, чтобы это рядом находилось. Поэтому необходимо выбирать такие места, которые вот деревушечка какая-то, медведи ходят, пердят по ночам, там галки каркают по утрам. И как минимум километров на 30, чтобы вокруг не было вот этих всяких двуногих, там всяких постов, вот этих вот милиционеров, там различных людей в белых халатах со шприцами, которые услужливо ждут вас, чтобы спасти вас от всего, от чего можно и нельзя. Чтобы вот этих вот государственных всяких каких-то органов, там вот этих ненужных совершенно никому, тоже не было. Вот такие места, они будут весьма привлекательны. Ну и, конечно же, нужен кое-какой специфический транспорт для того, чтобы осуществлять взаимодействие. Такие места, желательно, чтобы рядом речечка была, чтобы туда можно было генератор опустить, такой небольшой такой, который, ну, хотя бы киловаттик, 2 киловаттика, 3 киловаттика электричества вам давал. Да? Это же несложно. Все, и сейчас все это пока еще можно совершенно замечательно приобрести. Дорогие друзья, у каждого человека есть возможность исцеления от хронических заболеваний, неизлечиваемых современной медициной. Подробную информацию о записи на консультацию и о результатах исцеления пациентов вы можете найти в описании к этому видео. Благодарю вас за внимание. События, те, которые мы с вами сейчас наблюдаем, они разворачиваются достаточно быстро в своей перспективе. Сейчас мы видим, что появился какая-то бумажка, очевидно не подписанная в очередной раз, с очевидными надписями относительно того, что в какой-то канцелярии кто-то ее там напечатал на компьютере, распечатал, сделал какой-то кружочек с надписью, похожей на печать где-то, и что этот указ говорит о том, что практически все сознательное мужское население от мала до велика нужно отправить туда, где они найдут свою радость в убиении себе подобных. Вот можно так выразиться. Вот Лев Николаевич Толстой очень интересно высказывался относительно русско-японской войны. В общем-то, я думаю, что многим было бы интересно почитать его записки и размышления относительно того, зачем люди идут куда-то одержимые гордыней, одержимые мороком, в мороке, идут сражаться с кем-то, кого вообще не знают и против кого у них нет ничего плохого, они им не сделали. И вот и с той стороны идут люди, и с этой стороны идут люди. Кто же все это придумал-то? И зачем все это придумано? Они бросают своих жен, бросают своих детей и зачем-то идут убивать себе подобных, кто им ничего плохого не сделал. А вот те, кто все это затеял, они там не присутствуют ни разу. Им вообще там делать нечего.
То есть они это изначально придумали для того, чтобы вот эти одни убивали вот этих вот других. И неважно, где это и как происходит, в каких странах. Название стран вообще никакого значения не имеет, понимаете? И более того, временные диапазоны, в каком году это происходило, это тоже никакого значения не имеет. Это общая концепция. Общая концепция войны сводится всегда исключительно к сокращению численности популяции. Вот следствие, следствие это уже корм для тех, так сказать, двуногих, кого на заклание отправляют, и для объяснения, почему все это происходит. Вот якобы какие-то экономические кризисы, якобы какие-то там долг внешний, там внутренний, перед кем-то что-то как-то, какие-то разговоры совершенно бредовые, ненужные объяснения. Вообще ни разу никому не нужные объяснения. Все, что нужно, это просто понимать, что многие идут убивать себе подобных, совершенно не понимая, зачем, не понимая смыслов. То есть, зачем им объяснили. А вот смысла они не понимают, зачем это происходит. Я сейчас не говорю про какую-то конкретную нацию. Я не говорю сейчас про какое-то конкретное государство. Это применимо ко всем нациям. Это применимо ко всем государствам. Абсолютно. И ко всем временам. Это можно сказать о походах крестоносцев, когда они басурман ходили, рубили. Басурмане, которые прибегали и рубили христиан. Там. Это можно сказать про американо-вьетнамский конфликт. Это можно сказать про иракский, сирийский. Какой угодно. Поэтому здесь речь не идет о чем-то конкретном, это в общем и целом. И если мы посмотрим внимательно, что происходит и зачем нашим детям, мальчикам, если вы приходите в магазин игрушек маленького ребенка, что вы там купите? Танки, пулеметы, пушки, автоматы. Посмотрите вот эти вот зомбоящик, где насаждают насилие и говорят, как хорошо убивать себе подобных, как замечательно. Ты в тепле и уюте, а там вот все с оторванными жопами. Значит, тебе хорошо, а им плохо. Это же, что это такое? Это программа одебиливания, программа создания дебилов с детства. Кинь гранату подальше. Вот на стрельбы пойдем, постреляем. Сегодня в мишени, а завтра в себе подобных. Вот и дождались, по большому счету. Все как обычно. Ничего нового не происходит в этом мире под солнцем золотым и серебряной луной. Люди позабыли о том, что такое быть человеком. Люди позабыли о том, что такое любить себя. Люди позабыли, естественно, раз уж себя не любят, то как можно полюбить другого, если ты себя не любишь? Тут и речи даже никакой не может быть о том, чтобы любить еще кого-то, если к себе-то ненависть имеется. При всем при этом государство заботится об этом, так сказать, подливая разного говнища и в головы, и в пасти двуногих. В пасти заливаются, как правило, алкоголь и наркотики. Значит, в головы есть зомбоящик замечательный, да. А вот вы пишете, говорит, идут убивать за деньги. А что такое деньги? Бумажечки или даже сейчас уже и не бумажечки, на которых кто-то нарисовал какие-то циферки. А теперь вы просто подумайте, вы очень просто ответите на вопрос, кто все это организовал, эти бойни во все времена. Эмитенты денег. Ну, мотивация же должна быть какая-то, да? Эмитенты денег. Ну, не обязательно Федеральная резервная система. Федеральная резервная система это только одно. А есть еще хозяева, которые над Федеральной резервной системой США имеют место быть. Вы знаете, что это частная контора, не конора, да? А есть еще другие конторы. Вот там, выше,
там вообще эти деньги. Деньги – это средство, это инструмент, при помощи которого идиотов можно заставлять убивать друг друга. Да и вообще много чего делать интересного. Вот эти шоу-программы устраивают. Понимаете, так, все деньги. Да. Они даже практической ценности-то не имеют. Ладно, там золотая монета, да? Хотя ценность золота это очень условная вещица. Ничего ценного в этом металле нету особо. Ему создали искусственную ценность. И что касается философского камня и возможности получения золота из свинца, это никакие не фантазии Веснухина. Это все возможно. Называется трансмутация элементов. Просто это не позволяют выпускать в массы. Это нельзя, чтобы, так сказать, это попало в массы, как антигравитация, чтобы каждый мог перемещаться как хочет и куда хочет, да? Как на платформе гребенников летал у нас. Это же не какая-то фантастика. Кого куда эвакуируют? Уже эвакуируют. Посмотрите внимательно. И они не это самое, не стесняются говорить о том, что эвакуационные процессы уже начались. Начинают освобождать там в зоне сопряжения так называемого конфликта, да, а дальше и сюда пойдет, понимаете, когда начнут дальнобойные ракеты прилетать и взрываться. В больших городах и в столицах в том числе, вот тогда все самое интересное и начнется. Самое интересное все начнется. А куда эвакуируют? Так это все давно уже подготовлено. Вы двухлетней давности стрима на этом канале посмотрите, там же целые города строили, тюремные такие, да. Под видом благоразумной защиты граждан при страшных эпидемиях. Там вот эти такие, все уже подготовлено, все уже построено, все запасы уже имеют место быть. Владимир, видела на видео, где китайцы покрывают крыши своих домов синим покрытием. Правильно делают. Красят стены. Правильно делают. Правильно делают. Именно так. Рассказать про трансмутацию я не могу, но я точно знаю, что это существует. Это не фантазия. Пикоинами закупился, вообще ничего не страшно. Ну, не знаю. Вы знаете, а что вы будете делать с пикоинами, когда электричества не будет? Что вы будете с ними делать? Будете сидеть и смотреть в черный экран, где-то там внутри есть какие-то пикоины. Что вы будете делать с ними? Будете сидеть и козявки из носа доставать, и скатывать, и ждать, пока подключат электричество и заработает интернет, и вы сможете воспользоваться этими пикоинами? По-моему, сейчас самое время подготовиться хотя бы частично, хотя бы хоть как-то подготовиться маленько. Недавно. Владимир, почему человеком, покончившего жизнь самоубийством, не отпевает? Вы лучше задайтесь вопросом, зачем бесы в рясах устраивают свои вот эти вот чудесные игрища и ритуалы, связанные с крещением. Кого они не отпевают? Крещенных не отпевают? А когда вас покрестили, вы знаете, что с вами сделали? Что вас поработили через это и привязали к эгрегору. И вы уже не свободны. Вы уже не имеете права ни на что. И даже на смерть права не имеете. Поэтому чего отпевать-то? Это же контора, не конора, бесовская. Всякая религия, она основана на страхе. Всякая религия, даже буддизм, он тоже на страхе основан. Просто это страх не ада, который будет после жизни. А буддисты говорят так. Говорит, вы уже в аду. Иди сюда, я тебе расскажу, как сделать так, чтобы ты не перерождался в этот ад. На Украине уже всем ходом эксперимент с электричеством идет, выключают по 12-16 часов в день. Зимой сказали, что вообще свет не будет. Но это не эксперимент, это же все четко, ясно и понятно.
Сколько нужно обученных вояк, чтобы освободить Россиюшку от пятой... Вы поймите, нисколько вообще. Освобождать нечего и некого. Идиоты самоутилизируются. Это неизбежный процесс совершенно. Если не хватает разума, если нету в уме понимания, что сделать дальше-то? Вам нравится жить среди людей, ненавидящих себя, вот в этом в этой социальной помойке, где все на вас волком смотрят? Зайдите в метро, посмотрите. Вы много видите одухотворенных лиц, желающих сказать вам приятные слова? Все, по-моему. Вот этим все сказано. Здесь больше и добавлять-то нечего к этому. Посмотрите внимательно, сколько счастливых лиц вокруг вы видите. И это касается не только России. Это касается не только Украины и стран СНГ. Вы в Европу-то зайдите. Сейчас уже, да? Это раньше там ходили и улыбались ни с того ни с сего. А сейчас? Сейчас все одинаково. Что в России, что во Франции, что в Германии. А в Германии вообще ой-ой-ой. Да, в Таиланд мы больше никого не приглашаем. Тут много разных приезжало. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, хватит все. Боженька сам все сложит, как нужно. Никаких бункеров я не строил. Бункеры никакие я не строил изначально. А все, что нужно, все уже в процессе строительства находится. Что касается того места, которое строится, оно строится в другом месте. Сейчас уже. И тоже высота 606 называется. Ну, никого не приглашаю. Да и не нужно никому сюда ехать. В общем, у каждого свое место в этом мире под солнцем золотым и серебряным. Кому надо, и тот и сам приедет. Поэтому хватит этих экспериментов. Я понял, что это абсолютно бессмысленная какая-то дребедень из-за всего этого получилась. Ненужная совершенно. Да, люди сами себя убивают. А что ж тут непонятного? Тут все ясно. Даже тамбовские ежи усываются, смотрят, вот ежи-то друг друга, они там не убивают, они смотрят на двуногих и усываются, говорит, с этих идиотов. Говорит, ты мозгов, боженька, им дал, сколько, говорит, больше, говорит, чем у нас, у ежей тамбовских, говорит. А ведут себя, говорит, как черви, говорит. Даже, говорит, хуже, говорит, чем черви. Говорит, катастрофа настоящая. Говорит, боль вселенной, да? Вот эти двуногие, это боль вселенной. То есть они настолько неразумны, насколько даже вот мухи разумнее, чем вот эти вот двуногие. Потому что подобными вещами, уничтожением всего вокруг себя, уничтожением среды, в которой находишься, уничтожением себе подобных, по-моему, больше вообще никто не занимается подобными вещами. Вот, насекомые, правда, есть некоторые, там вот паучиха, паук оплодотворил паучиху, и паучиха такая съела паука, да, вот закусила так паучком. С богомолами там такая же история происходит, но, насколько я знаю, богомолы, они такие разумные самцы, они успевают свалить в стороночку так раз и убежал к другой самке какой-нибудь пока. Главное, не задуматься. Сделал бум-бум и беги. Вот. Понимаете, как вот этот мир устроен? Забавно. Ну, а что касается двуногих, то тут еще все гораздо забавнее. Вот это вот все случается. А государство, конечно, да, тут кто-то написал по поводу того, что государство – это единственный злейший враг свободного человека. Об этом еще Платоша. Платон такой писатель был, такой философ такой, Платоша. Вот он там тоже всякие мудрые мысли высказывал по поводу государства. У него даже книжка такая есть, он написал книжку, которая называется «Государство». И вот там изложил весь этот говнезин, в котором сейчас человечество кувыркается со всеми вот этими государствами. Кому интересно, почитайте. Платон, «Государство».
Еще очень интересно послушать размышления римского императора. Не все римские императоры были как Калигула, да, сумасшедшие психопаты. То есть были вполне себе даже ничего такие нормальные ребята. Марк Аврелий, например, да, вот. У него есть книжечка «Наедине с собой». Замечательное произведение такое, в котором он тоже очень интересные мысли рассказывает относительно государства, которое когда-то где-то существовало. Рекомендую к прочтению или к прослушиванию, потому что в аудиоформате такая книженция имеется тоже. Дорогие друзья, я напомню всем тем, кто слушает о не очень популяризируемой новости. Новость заключается в том, что если вы сделали двойную защиту, раз-два, и пришли к выводу относительно того, что это действие было ошибочное, то вы у Юли можете получить информацию о том, каким образом вы можете вывести из своего биологического организма это технологическое дерьмо. Это возможно только для двухкомпонентных жиж. Для однокомпонентных это невозможно. Вот. Но это только для тех, кто вообще понимает, о чем идет речь, потому что большинство всем довольны. И слава богу. И не надо никому советовать, и не надо никому рассказывать. Пусть с каждым произойдет то, что должно произойти. А кому надо, тот услышит. Засим, друзья, я благодарю всех, кто присоединился к нашему сегодняшнему прямому эфиру. Я всех вас целую, всех вас обнимаю. До новых встреч, дорогие друзья. А, и не забудьте. Появилась новая платформа, где можно говорить не изоповым языком. И там появятся все видеостримы, которые на YouTube были удалены, из-за которых были прилеты страйков. А все те, они будут там выложены. И эта платформа называется Odyssey.com. Очень интересная платформа, с практически аналог YouTube, с возможностью проведения стримов. Приглашаю. Ссылочка будет в описании к этому видео через часик. До новых встреч, дорогие друзья. Пока. Здравие тела и ясности ума. Аз есмь сущий. Здесь и сейчас делаю то, зачем существую. На экране информация о консультациях и способах связи со мной. Более подробная информация в описании к этому видео. Благодарю за внимание.